С поражения начала сезон кировская футбольная команда «Динамо». В среду прошла первая встреча в рамках первенства профессиональной футбольной лиги в зоне Урал-Приволжья. В Тольятти кировчане встретились с местной «Ладой». В первом тайме мяч в воротах «Динамовцев» оказался после штрафного удара. Во втором хозяева поля успешно провели контратаку и удвоили разницу в счете. Матч первого тура закончился сухим поражением кировчан со счетом 2-0. Следующую игру в рамках этих соревнований «Динамо» проведет на своем поле. 28 июля сине-белые встретятся с нижегородским «Олимпийцем». Стоит отметить, что параллельно кировчане участвуют в Кубке России. Ближайший матч с командой «КамАЗ» пройдет в воскресенье в Набережных Челнах.